61 год. Уже 52 года назад впервые человек Земли увидел Землю и сказал, что она круглая и она голубая. Юрий Гагарин, ему было в то время всего лишь 27 лет. И он совершил эту великую миссию человечества. Его спросили на пресс-конференции 15 апреля 61 года в университете. Майор Гагарин, «Комсомольская правда», да, нужно, спасибо. Что вы можете сказать, кратко, ваши чувства, вот, что вы видели? Юрий взял лист бумаги и буквально 3 минуты, это на моих глазах, он написал замечательные слова. Облетев Землю на корабле «Спутник» и «Восток», я увидел, как прекрасна наша голубая планета Земля. И вдруг совершенно неожиданно люди давали хранить и приумножать красоту Земли, а не разрушать ее. Вы знаете, какая философия вложена в эти слова. Это человеческая кампания за сохранение всего, что есть на Земле. Но ему было всего 27 лет, у него не было никаких советников. Юрий Гагарин 2 года был в оккупации. Юрий Гагарин видел Смоленск разрушенным. Юрий Гагарин видел мало городов разрушенных. И вот это насторожено хранить и приумножать красоту. Мы сейчас увидим фильм, настораживающий фильм, как Землю, люди, пришельцы, кто угодно, но сделали нашу голубую планету неспособную к жизни. Вот слова, замечательные слова нашего друга, которого уже нет 45 лет, они преданы забвению огнем. Люди, храните свою планету. Храните. В этом фильме. Замечательный представитель Земли, эта милая девушка, замечательный парень, летчик настоящий. Они пронесли самое святое, что дано человеку. Это высокая нравственность, трудолюбие и любовь друг к другу. Вам это все удалось. Давайте посмотрим.